Вот офис, замки поменяны. Они поменяли их с 1 апреля, мы так понимаем. Забрать свои вещи из офиса, который берет в субаренду, Анна Акимина не смогла. Как и многие предприниматели, девушка сейчас оказалась без заказов. Средств, чтобы снимать помещение, далее нет, говорит она. Хотела договориться с арендатором, не получилось. В марте написали заявление о расторжении договора со ссылками, собственно, на форс-мажорные обстоятельства, на то, что мы не можем оплачивать сейчас аренду. У всех есть залоговые суммы. Никакого диалога конструктивного у нас с администрацией не получается здания. А вот Валерия Романова рассказывает, вообще столкнулась с угрозами. У арендатора просила отсрочку платежа или скидку. Но по словам девушки, ей сказали, заплати за апрель. Я сказала, если вы не идете на мое слово, я хотя бы заберу свои личные вещи, потому что я боюсь их оставить. На что прибежало трое мужчин и начали угрожать, что ты не вывезешь эти вещи, у тебя есть неустойка, то есть ты не оплатила апрель, хотя у нас есть авансовый платеж. Попасть внутрь, по словам предпринимателей, они смогли только с нашей съемочной группой. До этого администрация ссылалась на особый режим. Мол, торговые центры закрыты, поэтому и в офис зайти нельзя. До вас нас не впускали, все было закрыто. Отдел аренды сказал, что не будет, что нельзя никому заходить. Мы попытались связаться с арендатором, получили вот такой ответ. Проблемы нет. Проблемы никакой нет. По условиям договора субаренды, который нам прислали предприниматели, при обстоятельствах непреодолимой силы, в том числе эпидемии, действие договора может быть приостановлено. Если же стороны не могут прийти к соглашению, им советуют. Необходимо обратиться в торгово-промышленную палату Республики Татарстан за получением сертификата или же заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, форс-мажор, для того, чтобы стороны могли ссылаться на этот пункт при выполнении договорных обязательств. В крайнем случае бизнесмены могут обратиться в суд или в прокуратуру, либо позвонить по телефону горячей линии для предпринимателей. Зарина Ахметова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. Йоз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзле җаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.